Укрепление трехсторонних отношений между вооруженными силами трех дружественных стран. В Баку прошла встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с начальниками генштабов Турции и Грузии Яшаром Гюляром и Владимиром Чачибаем. На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в трехстороннем формате, региональной стабильности, в том числе обеспечения безопасности проектов, реализуемых в регионе, и ряд других вопросов. На встрече был подтвержден высокий уровень сотрудничества армий стран в трехстороннем формате. Запланировано дальнейшее углубление сотрудничества в военной, военно-учебной, военно-медицинской и других сферах. В настоящее время на территории Турции проходят трехсторонние командно-штабные учения. С этого года в учениях также используются силы военнослужащих трех стран. На встрече еще раз была заявлена неприкосновенность границ и суверенитет стран. Начальник генштаба вооруженных сил Грузии отметил, что все три государства должны объединить усилия для устранения угроз и возникающих проблем. Он также подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество означает стабильность в регионе. Наши страны являются стратегическими партнерами в регионе. Военное сотрудничество в рамках этого партнерства также очень важно. Сотрудничество по обеспечению безопасности экономических проектов в регионе успешно продолжается. Мы понимаем, что сегодняшняя встреча очень важна. На мероприятии было особо подчеркнуто, что подобные встречи – очередной яркий пример сотрудничества стратегического уровня трех братских стран – Азербайджана, Турции и Грузии. Это третье наше заседание. Проведя встречу в двустороннем и трехстороннем форматах, мы обсудили ситуацию в регионе. Азербайджан, Турция и Грузия успешно расширяют военные связи. Военные связи трех государств достигли стратегического уровня. Мы продолжим прилагать все усилия для их расширения. Главная цель встречи – внести вклад в восстановление мира и стабильности в регионе, обеспечение безопасности стратегических экономических проектов, реализуемых тремя соседними государствами, углубление сотрудничества между вооруженными силами трех государств. По итогам трехсторонней встречи в Баку представители силовых структур Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол. Эльмира Мусазаде, Джавид Гадыров, CBC.